Следующая миссия. Если я тут купил пулеметик, у которого патронов побольше, то хочется все-таки нормально поиграть без читов, а патронов мало, блин. Сейчас купил у того, у которого должно быть побольше патронов. Я не знаю, когда будет полицейский участок, но сейчас идем на кладбище. Вроде кладбище будет то, которое в третьей части игры и во второй части фильма. А. Потому что вторая часть фильма, она как раз по третьей части игры, в принципе. Вот это будет сложно. Нужно будет, короче, паразитов немезисов пиндюрить. Вот, 300 патронов, нахуй. Пиздец. Темно. Вы, наверное, нихера не видите. Тут очень темно. В самом уровне. 300 патронов должно хватить. Я за Берту решил поиграть. У нее спреев несколько. Темно, я ничего не вижу ни хрена, блин. Какое-то ночное видение было бы. Incoming. Чего? Она так сказала, как будто кто-то гранату кинул. Вектор заражен. Надо его замочить. Кого они стреляют? А, во. Он еще. Темно, вообще ничего не видно. В автобус нельзя зайти. Что-то там нашел. Капец, темно вообще. Кого-то они мочат. Enemy incoming.
еще. Тут не автоматическая винтовка. Она снайперская. Да. Захер, я не стрелял. А где враги-то? Я никого не вижу нахер. А вон снайперские прицелы. Я стою за стенкой. А, вон он. Да, тут нужна снайперка, конечно. Да блин. Где она? Чё, не убил, что ли? Блядь, неудобно целиться. Ньютон, почему прицел сбивается все время? Говно какое-то, блядь. Совершенно неудобно целиться, блядь. Так, нахер. Вообще темно, пипец.
блин, я ж далеко стоял. Где? И никого не вижу. А вон они. Ну недалеко. А вон. Он зомби. Что не, они не нападают. Буф. Ой, блядь. Там стреляет. Знать бы, где эти пидорасы нахуй. Мочи ты его. Я даже не знаю, откуда они гранаты кидают. Оттуда, не? Хуй поймешь. Вон он, сука. Пипец. Чё я там взял? Я не знаю, где они. Вон он. Спуститься-то. Еще спрей. Так.
А где эти придурки-то, я не знаю, нахуй. Спекопс. А где они? А, вон они там, что ли? Вот они. Надо патронов. Пидорасы, блять. Сейчас выйдем и будет чекпоинт. Я хочу посмотреть еще где-то что-то. Прикольные всякие штучки мигающие. Штурмовая винтовка. Хочу посмотреть, где я что пропустил, не? Сейчас уже отсюда уходим. Какие-то коллекционные вещи, может быть. Еще растения. Еще. Они могли бы взять и вылечиться, они не вылечиваются. Ладно, тогда побежали. Что-то хрень. Кто-то в огонь попал. О, смотрите. Склеп открыт. Никаких вещичек я не вижу, которые можно собрать. Сейчас будет куча врагов, короче, это я помню. Еще будет много зомбиков нах.